даже разговаривать не разрешаю. Что делается на белом свете? Днем и ночью наши окна смотрят на проволоку, как на тюрьму. Он сестра выходит, как мы с ней будем общаться? Через проволоку. Бежать мы, даже разговаривать не разрешаем. Уже не успели, уже передали все, что надо. Ничего страшного. Не разрешайте подходить и до проволоки, чтобы передать кусочек булочки или что-то. Даже поминальне наорали и не дают подойти. Не знаю, мы букашки маленькие.